За святую Русь помолюсь, чтобы Божью нить пробудить, чтобы русский дух да не потух. Чтобы Ну, а дальше что? Ну, давайте немножко все-таки, чтобы веселее было. Вот вам анекдот. Внимание. Посмотрела бабушка порнофильм и воскликнула: жизнь прожита зря. Так вот, если считать мои фильмы порнофильмами и мои статьи, да, и вот эти уникальные вещи сибирские, вот, то тогда получается ученый мир. В краешком, типа такие самые, эти, ну, которые не могли промолчать. Большинство, мы для них не существуем. Типа Халилова, там еще пару фамилий. Они на том свете, что их называть-то? Только зря пинать, поздно. Вот. Посмотрели на это все и сказали: этого не может быть. Все. Посмотрите, саженец в горшочке, видите, вот он. Посмотрите, что это питомник Железовых. Он зимует на морозе. Ученых нет. Они вот 30 лет создавали сливку, вот примерно, смотрите. Вот самую мелкую из этих выбрать, вот они вот такую сливку создавали. Вот видите, маленькие сливки. Вот это примерно такая картина. И вот отсюда родился этот анекдот. Почему? И от обиды тоже, конечно, потому что скоро уходить мне, понимаете? Мне скоро уходить. Я вот бодро тут похоронил. И тогда, чтобы это не было так грустно, я сейчас про молодежь, и дальше ничего грустного не будет. Почему? Они, это как я, знаете, уже снижается старый орел такой, который уже и сам клевал, воевал с этим, с невежеством все, но уже крыльями еле машет, уже это. А тут на подъеме молодые. Вот один из них. Я все сегодня про своих самых отчаянных расскажу. Вот. Ну, Сергея столько раз представлял, что уже выбрал первую же из сотни фотографий. Так, вот. И тут получилось так. Смотрите. Нашел вот эту фотографию. Вот он, Боднар, он недавно умер. Вот. Филиппов еще живой. Я уж так, извините, слово еще. Ну, недавно жену схоронил. Мы все молодеем, молодеем, да. Вот. Уникальнейшие люди, равных которых нет в России вообще. Первое поколение. Ну, я где-то сбоку пристроился. Знаете, у меня другая фотография. Я там вот так сижу. Вот так, знаете, рядом с этими великанами. Вот. Ну, кто-то отошел, кто-то вышел. Вот они, банки с абрикосами, которые не могут быть. Вот. Это наша продукция, ну, поздно. У нас был, я запомнил, 1 сентября, потому что был ранний снег. Взял первый выпуск, он потом этот снег сошел. Но в памяти осталась дата. 1 сентября. Это мы, наша продукция. И вот, значит, Боднар. Еще пару слов. Дело в том, что ему никто должное не воздал и не воздаст. Понимаете? Вот. Вот я ему привез книгу, подарил свою. Вот его книга. Они никогда не будут напечатаны. Вот. Дело вот в чем. Смотрите внимательно. Я отвлекаюсь, но по делу отвлекаюсь. Так. По делу. Смотрите. Вот это вот съезд садоводов, да, видите, 20-й год, нас уже больше не зовут, ни его, ни меня, вот, это другой мир, совсем другой мир, вот так вот просто, где книги наши, а ведь по этим книгам вырастить сад нельзя, почему, они же проходить сейчас будем, ну, не успеем, другой посмотрим, я все в уме держу, что я рассказываю им, так сказать, этим великим, вот, я сейчас только одно. И когда я сюда сунулся, я думал, ну, что, первый раз вижу, 101 вижу. Вот, это наши поклонники, пошла Голландия, потом Польша, потом к нам пришло. Вот, и это те самые, по принципу, изувечим, а потом будем опрыскивать 40 раз. Цифру 40 из Мичуринска привезла Елена Санна. Так вот, смотрите, тут есть одно, редкий случай, когда светлое пятнышко. Вот, помните, как я проклинаю обрезку на кольцо. А она во всех наших, которые назначены были гениями, заметьте, я не обознался, не названы гениями, а назначены гениями,
У них везде обрезка на кольцо. Она смертельна. И вдруг, я не поверил глазам, пусть коротенькие, не как у Железова, вот такие вот, вот такие должны быть, пеньки оставлять. Это как компромисс между резать, не резать, но если резать, вот так оставлять, поняли, да? И вдруг увидел, а эти одни-то молодые. А вдруг кто-то из них уже меня подсмотрел, подслушал. Потому что не было в помине раньше такого. Это считалось страшным, вот смотрите, видите? Вон он пенечек торчит. Это считалось страшным грехом оставлять такие. Что вы, как это оставлять? Уничтожить вот так. И вдруг, и это просто маленькое светлое пятно. Как у нас на Украине говорят. Все намерло. Видите? Это просто фотографии с этого. Ну как? А вот третий и последний. Вот, смотрите. Уже молодежь. Уже что-то объясняет. Мне, правда, другое удивило. Они что, до сих пор их... Это же, знаете, как называется? Мастер-класс. Я когда был на том съезде, в котором меня микрофон отключили. Так там тоже было. Второй день, значит, поездка была... Я не поехал, но меня микрофон отключили. Я обиделся, ушел. Но в программе было второй день посещение какого-то вот такого вот совхоза. Или колхоза, или там фермерского хозяйства. Вот, мастер-класс. Я бы там бы их всех бы это. Ну, знаете, что меня фанатика, только пусти. А вот тут такой же парень, вот он что-то доказывает. То есть, все намерло. И почему я увидел, когда вот что молодой парень, да? Вот тогда только, я и сказал себе, еще увидел молодого министра, еще молодую замминистра, сказал, будет сегодня вот такой именно вебинар. Но еще будет много по делу. У нас все впереди. Ой, сколько времени. Итак, перед вами абрикосы, которых не может быть. Но в Сочи я искал. Я говорю, ой, сочинским друзьям. Я им сказал, ищите абрикосы. Надо доказать, что они могут расти. Но найдите, там же тысячи садов. Сказали, поищут. Но я полез куда? Я полез. Ой, не хочу открывать даже. Там есть северо. Вспоминайте, северо-кавказский. НИИ, научно-исследовательский институт сельского хозяйства и виноградарства. Сколько времени я потратил, чтобы найти там абрикосы? А что получается, сочинцы правы, руки опустили? А там тебе и медведи, там тебе все, и угощают яблоками. Да на яблоко же с Светкиным сошелся. Если бы не калечили деревья, яблоки уже давно были в каждом саду. Да еще без этого, без яда химика. А ведь этого угощались... Ясно отравленными. Чем Медведев-то? Сегодня президент был, а завтра никто. Вот. Почему не угостить? Вот так вот. А вот это вот сибирские абрикосы. Вот эти самые верхние, это то самое, которое я когда-то привез с Украины, поделился с этим, с Боднером. Я горжусь тем, что вот этот самый крупный абрикос, это мои. Ну, в тот год они были мелкие, выражаясь сумасшедшие. Вот здесь, еще раз, Сергей, Елена Сергеевна, я вас уже достал. Ну как достал? Вы все равно никогда не увидите этот фильм, этот ролик. Вот. Скиньтесь, пришлите сюда бригаду. Пусть спасает все, что можно. Вот. И вот это спасает. А еще, вот чем хороша Елена Сергеевна, Елена Александровна. В общем, я уже путать вас начал. Две красавицы. Вернее, не так, обе красавицы. Так вот. Я вас познакомил с нашими выдающимися садоводами и любителями. Так, нет? Это самая скромная фотография. Некогда было, вспомнил последний момент, некогда было искать. Самая скромная. А вот второй скромняга. Так вот, дальше будет у меня организационное будет у меня предложение. Что я не просто говорю, я предлагаю. За этими моими словами стоит опыт. Золотой запас России. Это 2019 год. Елена Александровна, сколько мы насчитали тогда? Мы идем с вами, а моя помощница собирает 10 ведро. И так каждый день. До 200 досчитали, дальше плюнули. Получилась вот такая вещь. 2020 год. Мелкие еще было прилично, а крупных было вообще мало. Так что стыдно сказать. Но это нормально. Заморозки. А они с каждым годом все больше чувствуются. Так я к чему говорю? Я сейчас вынужден был продавать часть. И у меня есть честно в каталоге написано 2019 год.
сбрасывают цену на 20%. А я же на полы, ну, крайне, я же не мог мне это, не про коммерцию вспомнить. Скинул на 20%, вот эта вся мелочевка, она-то и осталась, стоит 20%. Дешевле, чем свеженький, 2020 год. Ну, как, кто какие берет. Так вот, а когда я сделал вот это второй случай, когда я также был 2015, что ли, там было, 2015 или 2016 было 300 ведер у меня, а сад несколько десятков абрикосов. Некуда садить, наверное. Мы их срубили сейчас, я вам покажу, кто-то за сердце схватится. А здесь получается, что когда я его назвал запас, я назвал России, а он оказался невостребовательным. Ну, вспоминаем Кемерово, многим понравилось, как мы с Кугаревой на пару мечтали, и я им выслал много-много этих же косточек. Для чего? Школа будет первая, они же я вам покажу, это первая школа, которая всерьез займется по новой технологии. У нее будет директор уже. А знаете, почему директор, новый директор, скорее всего, возьмется? А он бывший, он знание, все опытный, но он телевизионщик бывший. И попав в директора школы, только он может сделать эту конфетку на всю страну. Что вот школа, что вот десятки, каждый ребенок вырастет свое дерево. Представляете, как здорово? А скажите, гражданка Скугарева, я пожалел для вас этих косточек? И не только косточек.